Скажи всем привет. Всем привет. Что тебе подарили? Ну, это папе подарили. Нет, ну это ж тебе подарили. Подарочную карточку на сколько? На 50. На 500. 500. На 500 гривен можно пойти в класс. Вот карточка, да? Что-нибудь купить. Ага. Для школы, для себя, да? Я хочу игрушечку. Игрушечку? Уже асфальт новый положили. Ага. Но он вечером тут уже вчера блестел, а уже он... коричневый. Да? Да. Сдалека его видно, как серый. Да? Да. Отремонтировали, начали ремонтировать аллейку, да? Ну, да. Да, ну, давно пора было. То в соседних районах поремонтировали, у нас еще нет, да? Да. Ясненько. Еще уже падают каштаны. Ну, у нас, я только один нашла. Каштан? Да. Ну, они еще маленькие. Понятно. Ух, у меня когда-то была удача. Я денежку, когда пошла искать каштаны, я нашла денежку. Какое? 100 гривен. 100 гривен нашла? Да, и вот это у меня была радость. Да, и куда же ты их дела? Не знаю. Куда-то дела. Куда-то дела, да? Понятно. И у меня кошелек куда-то улетел. Да, где-то... кстати, ты свой кошелек не можешь найти, да? Да. Где-то он спрятался. Ну хорошо, мы идем в класс сейчас, да? Что ты там хочешь купить? Игрушечку, например, если там магазин не закрыт. Пошли мы в обед, потому что там мама говорит, вечером там людей много. Ну, в принципе, да, уже скоро школа, 1 сентября. Все, так, наверное, там, скупаются. Наверное, все скупаются в последние дни. Да. То есть ведь осталось еще 2 дня. Может, мы сразу пойдем в канцелярию купим тебе? Не знаю, какая канцелярия. У тебя, ну, все там, есть? Там, например, резиночек каких-нибудь. Красивых, да? Ну, там, ну, обычных хотя бы, а то у меня резинок нет почти. Понятно. Ну что, мы почти уже пришли, да? Да. Пришли? Я боюсь там снимать, наверное. А мы посмотрим, да? Да. И сейчас спросим, можно ли это делать? Ну, ты зайдешь и спросишь на кассе, нет, да? Ты спросишь. Я спрошу, да? Да. Мне маску надо написать, оденьте маску. Маску одеть надо, да? Не хочу в маске, одевай. Быстро. Пошли. Карантин. Намордничек одеть надо, да? А мне не надо. Ну давай, нам сюда. Нам сюда. Папа, возьми меня за ручку, мне страшно. Ну давай, хоп. Ура. Поехали. Да. Потом, да? Давно я не каталась, наверное, год. Ну, в прошлый раз мы тут покупали мне на день рождения хаски и рысь. Посмотри, всякие рюкзаки. Ну, у меня будет хас, который со 2 класса. Да? Да. У тебя хороший еще рюкзак, да? Хороший. Хороший. Папа, да? Ух ты, смотри, пришли, а нету детского магазина, да? Как? Ну вот, смотри, пустой. Ну вон, какой-то ж. Его вот он, вот он, его принесли. А, то есть они закрыли туда, карандаш? Там другой будет. Подожди, тут все поменялось, да? Да. Ну, тебе надо тут гулять часами, чтобы все поменялось. Ну пошли, пошли посмотрим, да? Смотри, раньше тут был карандаш. Ну это не снесли почему-то. А карандаша? Вместо теперь карандаша? А карандаша нет. Да, смотри, нету. Ну пошли. Пошли, вот смотри, вот игрушечки. Ой, я хочу этого пёселя. Я хочу Жорика. Или... нет, у меня уже есть. Да? Ладно, дай. Это ж малыш. Уже на канале. Ну-ка, давай-ка. Только у меня чёрный глаза. Кот? Да. Черно-белый. Ну пошли смотреть. Там еще и тигр. Все. Ух, пошли, там пошли, больше. Пошли мы. На кассе. Нет, их просто все объединили, видишь? А-а-а. Пошли на кассе узнаем. Ух ты. Это хорошо, что мы еще вечером не пришли. Ты уверена? А я не знаю. О, вот карандаш. Да? Да. А, это все равно, что соединить. Ух ты, лисович. Или... а, лисович. Это не лисович. Что? Как тебе? Ты можешь... Папа, сколько он стоит? Тигр? Да. Да, не знаю, надо смотреть, тут же ценники есть. Да. Ух, вот. Ух ты, так вот, смотри, ценник. О, 953 гривны. А нам не хватит. Да, у нас на 1000, да? Ой, наверное... На 50. На 50. Ну, пошли посмотрим, может, где-то еще есть какие-то мягкие игрушки. Не хочешь пройтись? О, ну это нам взрослых хватает. Ну, да? Давай пошли еще посмотрим. Пошли. Если ничего не интересно, пушку. А, нет, это неинтересно. Можешь ли дальше? Ну, идем. Ах ты, это все.
так. Не, это не мое. Куклы это не мое. Куклы не если твое? Если вы видите Алёшу с куклой, то это не я. Нет? У тебя же были куклы. Я не люблю. Нет, смотри, вон мягкие игрушки наверху. Видишь, там вот есть. О, а как я туда залезу? Пошли туда, подойдем. Там одежда там. Одежда, да? Уже одежда. Ага. Игрушки там. Что, вот это все игрушки, что были, да? Ой, подожди. Ну, давай посмотрим. А, там что? Вот они, папа. Вот они, игрушки, что? Да? Ух ты. Да? Ух ты. А это сколько? А тебе кто из них нравится? Пока только такой. Пока такой? Нет, тот пока. Да? Подожди. Ну что, пройдем еще посмотрим? Может, еще где-то есть? Ну, по-моему, тут уже все для школы. Да, и что, для мамы. А, они объединили канцелярию, да? Я же говорю, тебе объединили все. О, слушай, так тут можно сразу и канцелярию взять. Да. Давай посмотрим резинки. Нет. Тебе эти резинки? Мне пригодятся. О, тут смотри, какие есть пеналы. У меня пенал есть. У тебя есть пенал, да? Да, спрашивала. Так. Вас. Вот резинки. А, нет, резинки. Это разные стики, да? Да, это стики. О, чашечки, смотри, стики. Чашечки, да. Ну, любой выбор. Вот стеклянные, всякими рисунками. Да? Главное, тут ничего не грохнет. И самой не упасть. Ну, это да. Так, это для дома тут все, да? Так, ну я так понимаю, что здесь игрушек уже, наверное, нету, да? Ну, это уже там. А вон игрушки, смотри, вон еще. А, о, это большие. Ну, пошли посмотрим. Нет, это не мой стиль. Нет, это не твое? Нет. Книжек я не очень люблю. Да? Хоть у меня есть маленький медведь. Ладно, ну идем тогда. Все, вот это все игрушки, два стенда было, да? Да. Значит, как-то не очень. Прошлый был больше и лучше, наверное. Да? Ладно, пойдем к тем игрушкам. Ну, пошли к тем игрушкам. Хвощ. Да? Хвощ может. Так, смотри, там... Лего, смотри. Лего? Ну, я не хочу лего. Не хочешь, нет? Ух ты. Конный спорт. О, лего мол какой-то. О, это для мальчиков. Да? А такая есть игра, а что? Это не попадает. Нет? Нет. Да, конечно, не хватает. Ну что? Ух ты. А это кто? Лошадь. Нет, как, из какого мультика? Не знаю. Ну это не Селестия, это точно не Селестия. Нет? Мультика Марита. Нет? Смотри, она что-то умеет говорить. А, да, ну у тебя такие игрушки есть. Ну да, так, у меня а есть. Тут больше мягких игрушек нет, да? Вот тут есть, только их надо как-то там. А, я это понял. Это надо открывать. Да? И то нам и на этих не хватает. Ну я понял, а тут больше игрушек особо мы не видели пошли нигде, да? Мягкие. Ну пошли на те мягкие игрушки, да. А вот смотри еще. Ну да, но не вот. Это надо поделать. Да? А, лол какой-то, да? Да, наверное. Нет, да, ничего. А вот смотри еще игрушки, да? Ух ты, они дорогие. А что это? 185. А на кого? 175. Хомяк какой-то, но его тут нет, по-моему. А, его уже, наверное, забрали. Наверное. Ну да, тут дорогие игрушки, да. Раньше даже, наверное, недорогие были. О, а что это? А это, помнишь, открываешь, а там внутри. Не, нам такое не надо. Хорошо, смотри, что тебе нравится. Страшилище это. Вот Васька, ты где? Вот Васька, иди сюда. Тебе нравится кот Васька? А ну, сколько 50. Он? 450. О. А он один там, да, был? Да, один. Один-одинешенький. Один кот был, да? Ну-ка, да. Подержи. Может, там еще где-то есть? Да нет, я там смотрел, вот там. Нету больше, да? Нет. Тут уже пустыри всякие. Ты хочешь такого кота? Ну, дай подумать. Ну, посмотри. Смотри, вот смотри, собачки. Ну, да. Блин, не знаю. А Жорик это кто? Это есть такая собачка. А где он? Да вот же. Да ты можешь положить здесь кота. Да нет, я хочу посмотреть еще вот эти, вот, которые у тебя. А-а-а. Ну, тут есть волк, который я очень люблю волков, но они не очень похожи на волка. На волка не похож, не? Не, я, наверное, такие буду. Ух ты, смотри, какие. Но они дорогие.
Я не знаю. Кошка у них еще. Нет. Ну хочешь, пройдись, посмотри. Не знаю. Я не знаю. А может, я и тигр хочу. Хотя у меня уже есть большой тигр. Да? Не знаю. Ну давай, наверное, пока тигр. А да? Он тоже так же. Не, ну барсы большие, ну, да? Да. Ты хочешь тигра такого? Ну да. А сколько? Нам хоть на него вообще хватает? Хватает. Где? 425. А достань еще одного. Какой из них лучше? Ну вот. Они, по-моему, одинаковые. Какой тебе больше нравится? Не знаю. Ну, по-моему, у этого насыщеннее. Вот смотри, вот эти полоски. Смотри, у кого насыщеннее. Вот этого, да? Да. Этого хочешь, да? Да. Так что я вот Жорик. Все, Жорик. А Жорик у нас сколько? Посмотри. Ровно 50. О, 500. 500 ровно, да? Да. Вот такого Жорика хочешь? Да. Точно? Точно. Смотри, он из коллекции вот этих хаски, как у нас есть. Вот будет друг. Друг хаски? Да. А посмотри других Жориков. Может, там кто-то понасыщенней? Вон они внизу. Я знаю, что это. Вот еще Жорики, вот тоже из этой коллекции. Да? Ты точно такого хочешь, да? Точно, точно, пошли. А, давай остальных посмотрим, может. Подними всех троих. Так как я подниму тебя? Их сейчас убью всех. Нет. Вот так вот. Ну. Какой из них лучше? Я не знаю, я так не вижу никого. Не? А вот. Ну я там. Ну давай, наверное, вот этого, который ты держишь. Да? Кстати, их можно. А попробуй его расчесать руками. Вот он расчесывается. Там можно и расческой, но я расческу. Да? В принципе, нормально. Да? Пошли. Хороший? Да. Так, что нам еще нужно? Ну, я не знаю. А ну-ка, покажи его. Нравится? Ну да. Вот, а кстати. Поверни его так, поверни его. Стой, папа. А это что такое? Что такое, сын? Ой, без понятия, Аленка, что это такое. Ну, это неровно. Ладно. Да? Идем. Ну что, в канцелярии нам. Да подожди, нам очередь какая, да? Сколько людей сегодня? Да, так что пошли скорее заниматься. Не-не-не, пошли. Вот. Папа. А может мы два купить? Два? Да. А? Да я видела, сколько у него ценник. Один. Не, так. У него 359 гривен. Нет, двоих мы не сможем купить сейчас. Нет, ну, я какого-нибудь другого места этого. Они все примерно в такую цену. Примерно? Да. Тебе этот уже не нравится? Не знаю. Ну подумай. Да. Пошли по резинке. Будем как раз. Что ты нашел? Не-не, записник там. Ну, ох, смотри, какие карандаши. Мне они не нужны. Не нужны? Да. Смотри, а маркеры какие? Угу. Мне такое ощущение, что это тебе не меня надо вытаскивать, а мне тебя вытаскивать. Подожди, а у тебя же, по-моему, такие наборы? О, мамины скетчи, да? Да. Но все равно они не пользуются. Она сказала, будет рисовать дальше. Ну, она смотри, не рисует. Смотри, сколько скетчей. Ох ты. Да? Сколько они стоят? Вот этот набор один такой. 118 стоит. Тоже. А у тебя большой, да? Ну да. Ладно, пошли искать. Подожди, мы вышли. Канцелярия где-то здесь. Вон там канцелярия. Вот, смотри. Там есть или нет? Проходи дальше. Тут ручки. Одни ручки? Папа, ну давай посмотрим. Нет, это пластилин. Это пластилины. Или это как такая? Это вот карандаши, да? Вот тут можно. Вот. А, вот резинки, да? Тебе такой нравится? Подобное. Да, я хочу такую красненькую. Красненькую? Это мороженка, смотри, ее можно... А, как мороженка вот так вот, да? Да. Они нужны.
какие? Приходы. Так, привод всякие. Нет, это уже не резинки, по-моему. Ладно, давай такую возьмем. Давай возьмем. И все, и на кассу, да? Ну, пошли. А смотри, сколько блестяшек. Угу. Ну, ты, правда, этими блестяшками всю квартиру засыпала. Это? Да? А вот, вот смотри, резинки. Да. Ну... Не? Как, какого ты бобика хочешь? А это что? Белого. Белого бобика? Да. А этого? Не очень. Мне уже... Я ж нет такого большого. Такой похожий есть. Так что не хочу всегда. Одно и то же белое брать. Какого? Такого большого бобика? Да, белого. Вот такого? Ну да. Бобик. А может сову лучше взять? Нет. Нет, сова не нравится? Не очень. Это из Щенячьего патруля, это хаски. Да? Да, она очень похожа, но только у нее нету серого. Да? У этой. Mm-hmm. Ладно, пойдем положим эту. Пошли. Ну все, идем на кассу, да? Пошли. Ну что, покажи, что ты купила. Вот таких жориков. Двух жориков, да? Вот есть канал «Злой пес», так это «Злой пес». «Злой пес»? Вот такая. А второй? Второй из этого, из «Щенячьего патруля», вот этот, как хаски. Ну, у меня уже есть. Я думаю, что они уже не влезут в коляску. Да? То тебе же, думаю, этих уже игрушек. Да? Это тебе маска, вот тоже. А, то у меня маска такая, да? А смотри, все позакрывалось, да? Ну да, сейчас как-то... же, типа, выходные. Нет, нет, магазины позакрывались. Ну да, карантин. Всех напугал. Ну все, домой? Да. Злой пес линяет. У него с него пух спадает. Сейчас пух сыпется с него, да? Да. Ну что, так идем? Так что скорее пошли. Пошли на эскалаторе? Да. Ну поехали. Ну ладно, тебе страшно. Что, первый раз на эскалаторе ездишь? Первый, да? В этом году? Да нет, ты ж тут уже была. Ну, не в этом году. В этом. Везде эти попиты, даже повторки. Да? Да, вот сердечко там наверху было. Вот этот медвежонок там наверху был. Ты их сделают пару штук и продают везде. Ну что, домой? Да. Домой. Нет, смотри, папа, видишь, вот это что копают. Кого катают? Да нет, копают. Вот, видишь? А, копает эскалатор там, да, работает, да? Копает. Ну да. Хорошо, скажи всем пока. Всем пока.